Для приготовления булочек для чизбургеров или гамбургеров нам понадобится 1 кг муки, пол-литра теплой воды, 11 грамм сухих дрожжей, полстакана оливкового масла, 1 яйцо для смазывания булочек. Замешиваем тесто. Для этого в большую емкость насыпаем муку. В середине муки делаем углубление и высыпаем туда сухие дрожжи. Затем добавляем в них теплую воду и все хорошенько вымешиваем. Добавляем оливковое масло. Можно добавить оливковое масло сразу, когда добавляете воду и дрожжи. Но я добавляю чуть попозже, когда уже почти сформирован комочек теста. Закрываем тесто сверху и даем ему постоять, пока оно не увеличится в 2 раза. Затем опять его хорошенько вымешиваем. Закрываем тесто и даем ему подняться в 2 раза. Затем опять его вымешиваем. Форму смазываем подсолнечным маслом. От теста отщипываем небольшие кусочки, формируем их в виде шара. И выкладываем в форму для выпекания. Даем булочкам постоять, чтобы они немного поднялись.
Взбиваем яйцо для смазывания булочек. Каждую булочку кисточкой смазываем сверху для красивой корочки. Булочки выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Охлаждаем готовые булочки. Затем вынимаем их из формы. На килограмм муки получается 11 булочек. Приятного аппетита!